Во всей России 8 июля отмечают День семьи, любви и верности. В этот день на Петра и Февронию особенно много свадеб. И в столице, и в провинции устраивают семейные праздники городского масштаба с конкурсами для молодоженов и супругов со стажем. С праздником вас и хорошего вам концерта! Почему же именно эта муромская княжеская чета из 13 века, Петр и Феврония, до сих пор считается самой образцовой семьей? И какой была их история любви и верности? И прибыли они в отчину свою, в город Муром, и начали жить благочестиво, ни в чем не приступая Божьих заповедей. Повесть о Петре и Февронии – единственный первоисточник, из которого можно узнать о жизни этих святых. Ее автор, московский монах Ермолай Еразм, жил на 300 лет позже своих героев. Он получил задание составить житие этой муромской пары от самого патриарха. Видимо, Ермолай Еразм столкнулся с тем, что он не нашел никаких исторических свидетельств о жизни Петра и Февронии, и он решил написать притчу. О чем этот текст? Это текст о таинстве брака, о христианском браке, потому что именно за это церковь прославляла Петра и Февронию. Стараясь сделать свою повесть увлекательной, Ермолай дополнил ее фольклорными и даже сказочными сюжетами. Так в тексте появился змей-оборотень и прочие зрелищные чудеса. Но все же у персонажей повести были вполне реальные прототипы. Муромский князь и его жена, которые жили в начале 13 века. Среди муромских князей действительно существует такой князь с именем Давыд. Не просто упоминающийся, а довольно-таки активный своей такой политической жизнью. Он был союзником великого Владимирского князя Всеволода «Большое гнездо», управлял Муромским княжеством с 1208 по 1228 год. И также упоминается, например, в лицевом летописном своде середины XVI века о кончине князя Давыда, что, скончавшись в год 1228, он перед кончиною принял постриг и великую схиму. Отсюда многие исследователи сегодня полагают, что муромский князь Давыд и описываемый в повести о святых князьях Петре и Февронии муромский князь Петр является одним и тем же человеком, одной и той же личностью. Исследователи пришли к выводу, что основной сюжет повести – счастливый брак знатного князя и простой крестьянки – имеет особый подтекст. Это намек на современную автору политическую и династическую ситуацию. Это 1547 год. В январе 47 года венчается на царство Иван Грозный, а в феврале 47 года Иван Грозный берет в жены Анастасию Романову. И мы с вами должны вспомнить, что Анастасия Романова была из, в общем-то, как тогда говорили, захудалого дворянского рода. И это крайне вызвало большое противодействие со стороны вот этих вотчинных олигархов, которые стремились через женитьбу своих дочерей утвердить свою власть и подчинить своему господству, своим личным местечковым выгодам вотчинам и молодого царя. И вот задача как раз была Ермолая Еразма показать через это житие, что союз, настоящий союз, который поможет укрепиться государству российскому, предотвратит его новую раздробленность и сохранит веру православную, лежит именно в союзе центральной власти с дворянством, служилым сословием, как тогда говорили, и простолюдинами.
городском музее Мурома всю повесть о Петре и Февронии можно прочитать в картинках, клеймах огромной иконы 17 века. Эпизод 1. Битва Петра со змеем. Петр избавил город и княгиню от змея-оборотня, на себя навлек болезнь, покрылся язвами и струпьями. И вот мы видим уже больного князя Петра, для которого ищут лекарей. Врача искали на Рязанщине, которая тогда славилась своими целителями. И только одна девушка, Феврония из деревни Ласково, дочь собирателя меда, смогла вылечить Петра. Причем с условием, что он женится на ней. Петр согласился, но обещание своего не сдержал. И после первого лечения сел на коня и поскакал обратно в Муром. Мысленно он шокирован, конечно. Как я возьму, Ермолай даже приводит эту фразу, как я возьму за себя дочь бортника древоласца. Он пытается убежать, посылает ей дары, а сам со своей свитой скрывается, но, отъехав на какое-то расстояние, снова покрывается струпьями. Становится понятно, что, собственно, изъян его природы может быть на самом деле исцелен только союзом с самой Февронией. Окончательно исцелить князя могло только обретение им второй половинки, то есть женитьба на Февронии. В конце концов, неравный брак состоялся. Крестьянка стала княгиней. От княжеского дворца Петра и Февронии не осталось и следа. Но по преданию, этот Воскресенский Муромский монастырь был построен на месте их загородной резиденции. Так что где-то здесь, в княжеских палатах, поселились молодые и начались испытания их семьи на прочность. Самым первым было испытание бытом, которое проходят все молодожены. Муромцы не взлюбили простолюдинку, и они на нее наговаривали даже то, что она, как нищенка, после обеда крошки со стола собирает. И Петр это тоже увидел и попросил разжать ладонь. То есть она в этом смысле продолжает вести себя как представительница простого народа. Она по-прежнему помнит о том, какова цена хлеба. Какова цена хлеба, которую крестьяне добывают своим потом. И она не хочет смахивать крошки, она по-прежнему не отказывается от этого обычая. И здесь, с одной стороны, вот тот же мотив загадок, вот что, значит, князь Петр решает ее испытать и спрашивает, что это за крошки. Да, а с другой стороны, тот мотив, что та идея, что Бог показывает ее правоту, она эти крошки после обеда с князем показывает, разгибает их, и там был благоухающий фимиам. Это еще один поучительный момент повести. Напоминание о том, что супруги не должны пытаться исправить друг друга. Становится понятно, что исправлять вторую половину не имеет смысла, потому что это всегда некий повод для конфликта. Нужно, наоборот, блюсти мир и принимать человека таким, как он есть. В том числе с такими, может быть, привычками и социальной некой несоответствием, хотя речь идет всего лишь об этикете. А для Петра и Февронии следующим испытанием стала интрига недоброжелателей, муромских бояр. Их жены не хотели подчиняться простолюдинке, деревенщине. Жены муромских бояр очень не любили Февронию, завидовали ей. И в какой-то момент их мужья, бояре, поднимают фактически бунт. Они приходят к князю Петру и говорят, что не хотим, чтобы Феврония царствовала, правила нашими женами. Да, мы тебя хотим терпеть, а ее не хотим. Муромцы выгоняют Февронию. Вместе с ней уплывает ее муж, князь Петр, который говорит, кто оставит свою жену, прелюбы творит, совершает страшный грех. Лишь одну ночь пришлось Петру и Февронии провести в изгнании, в походном шатре на берегу реки Оки. Не успели они зайти на корабль, чтобы отправиться дальше, как из Мурома прискакал гонец с известием. В городе начался стихийный передел власти, многие бояре убиты. А те, кто остались в живых, умоляют князя Петра, разумеется, с супругой, вернуться на княжеский престол. Поняли, что оскорбили их, недостойны прощения, но они готовы загладить свою вину и готовы принять их, любить их и даже называть себя их рабами.
ради того, чтобы в городе был восстановлен мир. Так нас повесть о Петре и Февронии очередной раз учит единству и любви. Уже не только любви в семье, но и любви в обществе, друг другу и коллегам. Блаженный князь Петр и блаженная княгиня Феврония возвратились в город свой. И правили они в городе том, соблюдая все заповеди и наставления Господне, безупречно молясь беспрестанно и милостыню творя всем людям, находившимся под их властью, как чудолюбивый отец и мать. Очень долго здесь жили и княжили. Вот здесь он принимает мужчин, она женщин, то есть они правят вместе. Здесь они вместе раздают милостыню. Они жили в самой гуще мирских событий, они были правителями, князей и княгиней, но это не мешало им совершать непрестанную молитву. Об этом упоминает автор «Жития». Вот и говорится, что они ко всем имели равную любовь. И в этом плане были идеальными правителями, что они не взирали на какое лицо, но ко всем относились как к своим детям, любили их одинаково. На склоне лет супруги одновременно приняли монашеский постриг, чтобы отойти от хлопотного управления княжеством и посвятить себя молитве. Петр стал иноком этого Спасо-Преображенского монастыря и получил в монашестве имя Давид. Феврония под именем Ефросиния удалилась в крестовоздвиженскую женскую обитель. Находятся они достаточно близко, и можно действительно предположить, что Петр посылал гонца к своей жене в тот момент, когда почувствовал приближение смерти. Петр и Феврония умоляли Бога о том, чтобы им умереть в один день, как идеальным супругам из сказок. Друг без друга они жить не хотели, даже в монашестве. Они завещали, чтобы их похоронили вместе, в одном гробу. Когда Петр умирал, он отправил гонца к своей жене в женский монастырь с этой вестью, а Феврония в это время вышивала. Она хотела доделать свою работу и через гонца просила князя подождать, потерпеть. И дважды так приходил гонец, и когда пришел в третий раз, Феврония поняла, что Петр больше ждать не может. Воткнула иголку в свое шитье, обмотала ниткой и очень тихо умерла в один день и час вместе с князем Петром. Считается, что крестовоздвиженский монастырь, в котором последние годы жила Феврония, стоял здесь. В 13 веке это был пригород Мурома. Тут ее и решили похоронить. А князя Петра, разумеется, в главном городском соборе. Люди посчитали, что невозможно положить в один гроб инока и инокиню. Неблагочестиво как-то. Но на следующий день после похорон, как рассказывает повесть, тела Петра и Февронии обнаружились в общем гробу, который они заказали для себя еще при жизни. Интересно, что при жизни они были такими учителями для своих горожан, и как мудрые учителя кротко переносили какой-то их ропот, непонимание. И после смерти по-прежнему горожане хотят их волю не исполнить, а какую-то свою волю навязать. И даже после первого чуда все равно их кладут в разные гробы, но они оказываются все равно вместе. Муромцы не сразу исполнили их волю, но все-таки через некоторое время похоронили их вместе в единой гробнице, как они находятся и сейчас. С тех пор их никто никогда не разлучал. Они покоятся вместе, почитаются парно, как покровители любви в законном браке. Скажите, а дети были у них? Это вопрос, который очень часто наши гости задают о детях, потому что Петр и Феврония были князьями. В повести о детях ничего не сказано. Но уйти в монастырь и не оставить наследника на престоле они просто не могли. Сейчас считается, что у них было трое детей, двое сыновей, причем один из сыновей скончался в тот же год, что и сам Петр, а второй стал князем, и дочь, о которой существуют легенды и даже известно место ее захоронения. В повести о Петре и Февронии не случайно нет упоминания о детях. Автору было важно показать, что в христианском супружестве главное вовсе не многодетность, а взаимная любовь и преданность. Это у нас такое, да, представление, что христианская семья, она обязательно большая, там много детей, и, может быть, дети даже самое главное, более главное, чем отношения супругов. Возможно, это такие представления были во времена Ермолая Эразма. И он как бы полемизирует с ними и показывает, что на самом деле отношения двоих
гораздо важнее, и они являются центральными, сердцевиной семьи, христианского брака, а не все остальное. Из этой сердцевины все вырастает. Да, и там могут быть дети, а может и не быть детей, но все равно семья, если она вот такая, как семья Петра и Февронии, она может быть, собственно, образцом именно христианской семьи. И в этой связи я думаю, что Ермолай Эразм своей цели достиг, потому что это было одно из самых популярных житий, которое, в общем, переписывалось, кстати говоря, и в 17-м, и в 18-м, и в 19 веке, и пользовалось большой популярностью в русском народе, которые читали, в общем, так сказать, детям, и в школах читали, и, в общем, не только в церквах. Ермолай Эразм так рассказал эту историю, что эта история прежде всего о святости брака, о единстве мужчины и женщины и о пути, который проходит на самом деле каждая семья. Изъян, как бы, недостаточность природы одного или другого, восполнение, встреча, узнавание, семейные испытания, внутренние или внешние. Да, все это есть в любой семейной жизни. От юности вашей. Та самая общая гробница с мощами Петра и Февронии несколько веков была главной святыней города Мурома. Считается, что Петра и Февронию почитали с момента их жизни. То есть они уже при жизни прославились как благочестивые чета. Люди видели их брак, их взаимопомощь друг другу. Люди видели в них и сильных правителей, и благоверных именно супругов. Когда Иван Грозный выбрал Муром своим плацдармом перед решающим броском на Казань, он молился о победе у мощей Петра и Февронии. Так как Муром был пограничным городом, то здесь царь остановился, следил за переправой войск на вражескую территорию и провел вот эти все самые 2 недели. Зафиксировано, что дважды Иван Грозный молился у мощей Петра и Февронии, и именно в этот момент дал обещание, обет построить каменные храмы в Муроме и храм, собор отстроить в камне, где и будет находиться гробница Петра и Февронии Муромских. Царь сдержал обещание, и когда Казань была взята, он щедро одарил муромские монастыри и построил каменный собор Рождества Богородицы, где мощи святых Петра и Февронии и пребывали до 20-х годов 20 века. Большевики закрыли храм, а мощи перевезли в городской музей и выставили в атеистическом отделе с разоблачительными комментариями. Комментарии именно такого рода, что это обман, что это не святые, что там найдены кости, как бы, ну, не соответствующие тому, что это именно двое святых, что там какие-то детские кости и прочее, и что все это вот именно обман. Писались обличительные статьи о том, что это кости, о том, что в гробницах муромских чудотворцев среди вот этих костей обнаружена, например, дохлая мышь. Такое тоже было. Правда, муромцы продолжали приходить к своим любимым святым, пусть теперь и по музейному билету. Музей, как раньше выражались, у рынка. И действительно, в рыночный день люди, крестьяне особенно, после там удачной, неудачной торговли, они все шли в музей, платили эту небольшую плату, и, естественно, они шли к мощам и совершенно не смотрели никакие вот эти аннотации. А в аннотациях, вот у нас даже сохранилась аннотация, но не к Петру и Февронии, а к Юлине Лазаревской, вот они такого рода, что мощи якобы святых, якобы Петра, якобы Февронии. И вот такой огромный плакат, написанный от руки. Но люди, конечно, на это не обращали внимания, так же прикладывались, как и в храме. А музей, в общем, получал доход, по большому счету, хоть какой-то. Вот. Так что в
всем это было выгодно. Мы смотрели посещаемость музея, и вот в тот момент, когда гробницы с мощами попали в музей и были выставлены в музейных залах, посещаемость возросла в несколько раз. То есть, по идее, о Петре и Февронии должны были забыть, и власть пыталась показать, да, что это просто кости, но люди, не имея возможности молиться Петру и Февронии в храме, приходили молиться в музей. В 30-е годы Соборная площадь города Мурома стала футбольным полем, колокольня – раздевалкой для спортсменов, а сам Богородице-Рождественский храм – казармой. Перед войной собор взорвали, чтобы устроить на его месте городской парк. И сегодня, если свернуть в сторону от аттракционов, можно найти поклонный крест на месте бывшего кафедрального собора Мурома. Когда эпоха государственного безбожия закончилась, в 1992 году мощи преподобных Петра и Февронии перенесли в Свято-Троицкий женский монастырь. Под звон колоколов был крестный ход. Первый раз за 70-летнее опустошение, первый крестный ход в Муроме. Это было все так необычно для людей. Много было священства, такая благодать, такое приятное возбуждение, такая радость духовная, что вот они вернулись сюда, домой. В начале 21 века День памяти Петра и Февронии, 8 июля, в России стал народным праздником. Своего рода днем влюбленных для православных. В Москве даже есть клуб во имя благоверных святых, где знакомятся юноши и девушки. На счету этого клуба при храме Успения Пресвятой Богородицы в Путинках уже больше 200 свадеб. Одна из них – Вячеслава и Светланы Аминуэлей. Вячеслав давно поет в храме на клиросе, но свою половинку среди прихожанок найти никак не мог, пока в один прекрасный день, день Петра и Февронии, на клубном празднике не встретил Светлану. И в один из праздников 8 июля увидел Светлану в саду Эрмитаж на празднике Петра и Февронии. Она торговала пирогами. Это неправда. Ну, я их помогала выгружать, но ладно. В общем-то, тогда у меня сошлись все звезды. Я думаю, в платочке, с пирогами. Ну и все. И как бы с того момента, это 2014 год, уже мы не расставались. Мы стали такой командой. Больше, чем влюбленность, больше, чем... даже не знаю, чем родство. Мы действительно команда. Я прям знаю, что это такой мой союзник, соратник. Просто вообще не то, что моя стена, моя банда, моя армия. Для Светы и Славы Петр и Феврония – особые святые. Житие благоверных муромцев вдохновляет эту московскую пару. Особенно тем, что даже у преподобных семейная жизнь не была идеальной. Они как живые. Я с ними общаюсь как с живыми. Вот, например, Светлана, она как мой лекарь в плане духовном. То есть во мне очень много струпьев, да, как вот у Петра были, вот духовные какие-то гадости какие-то вот во мне. Ну, я чувствую вот это. А она от меня их очень болезненно, но отдирает. Вот, я как бы... Вот такое вот ощущаю, чувство такое у меня есть, что она мой лекарь. Духовно. Вот меня утешает, что у них не все гладко было. Это была не love story, где они встретились и никогда не расставались. Ну нет, были передряги, были какие-то столкновения, даже были сомнения.
А проверились они временем, испытанием и тоже какой-то такой командной работой. Вы посмотрите, что сколько людей молодых молятся, да, сколько людей обретают семейное счастье, когда к ним обращаются. Это, ну, это не просто, ну, не просто так, да, это реальные, как бы, живые примеры есть. Вот, для меня это очень большое вот такое, как сказать, пример такой. Ну, не пример, а, как сказать... Вдохновение, наверное. Такие домашние и близкие святые Петр и Феврония не совершали невероятных подвигов и не были мучениками. Они лишь прошли рука об руку по страницам повести и по жизни, не предав и не изменив. И это была та самая любовь, которая не перестает.